Снова здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжается в прямом эфире программа «Вечер на седьмом». Меня зовут Игорь Хмурый. И вместе со мной этот блог проведет Михаил Кузаконь, общественный деятель. Спасибо большое, что вы нашли для нас время. Добрый день. Тема этого блока – мэрия против общественников. Будут ли досрочные выборы? Дело в том, что в последнее время ужесточились конфликты множества общественных организаций в отношении мэрии, точнее, отношении мэрии в отношении этих активистов. И люди начинают говорить о том, что власть нелегитимна, о том, что этот горсовет себя исчерпал, и, по сути, это все один сплошной договорняк. Поэтому мы хотим узнать ваше мнение. Нужны ли в Одессе досрочные выборы? Первый вариант ответа – да, иначе проспим город. Второй вариант ответа – нет, подождем следующих, то есть срочных выборов. И третий вариант ответа – плевать, все равно все купят. Пожалуйста, принимайте участие в нашем голосовании, берите свои телефоны, звоните и выражайте свое мнение. И для начала, я думаю, посмотрим коротенький сюжетик, который сделали мои коллеги. Легитимность, согласие с властью, когда народ добровольно признает за ней право принимать обязательные решения. Чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть будет опираться на силовое принуждение. К примеру, такое. Мы сидели на палете и продолжали свой протест. Пришла группа ребят из самообороны, стала нас сбрасывать оттуда, потом стали тягать. Ноги застряли в этих рейках деревянных. И несмотря на то, что мы кричали, я кричала, что мне больно нога, никто не реагировал. И вот результат. Давление оказывают не только на общественных активистов, но и на журналистов. Работе СМИ всячески препятствуют с помощью муниципальной охраны. Кто вы такой? Успокойтесь, вы устроили комитеты здесь. Это позорище, это стыдно. Ни в одном городе такого нет. Нежелание пускать в мэрию журналистов объясняют просто. Вот если бы журналисты у нас были чистоплотными людьми и вели себя более порядочно и подавали правду, какая она есть, я считаю, что мы бы открыли все, что возможно. Если говорить о предвыборных обещаниях мэра, то с ними вышел провал. Специалисты комитета избирателей Украины поставили Труханову неуд за невыполнение предвыборных обещаний. Отметим, это тянется еще с прошлой каденции. Программа Труханова за предыдущую каденцию, она не была выполнена. Более того, целый ряд обещаний из тех, которые не были выполнены, они не включены почему-то в эту программу. Хотя было бы логично, что если ты что-то не сделал в предыдущий раз, ну вот как бы продолжить свои усилия по выполнению. Было бы логично, если бы в мэрии адекватно реагировали на критику и искали возможности для диалога, но там выбрали другую тактику. Не надо. Уже как было. Что ты думаешь, я вообще это делаю? Я его не душу, я его убираю в сторону. Не надо, ребята, не надо. Забирай. Что ты забирай? Вот такую подборку сделали мои коллеги. Михаил, ваше мнение. Вы поддерживаете мнение многих о том, что данный горсовет и его глава нелегитимны, и о том, что нам необходимы досрочные выборы? Однозначно. Я считаю, что, точнее, даже не устану повторять, наверное, что ответственность, она должна возникать у власти практически молниеносно. Если мы хотим жить в цивилизованном обществе, ну, к примеру, на примере Румынии соседней, которая за 5 лет сильно эволюционировала. Если власть не выполняет свои обещания, если она ведет себя по-хамски к своим избирателям, если она нарушает законы, нарушает конституционные права граждан, ответственность граждан заключается в том, что они не должны терпеть, они же нетерпимо относиться к такой власти. И, конечно же, выборы — это легальный юридический правовой инструмент для того, чтобы власть переизбрать. Я считаю, что ситуация настолько у нас в Одессе запущена по ряду целых причин, да, потому что нет, может быть, политической воли в Киеве, может быть, сговор есть с нашими силовиками, или сговор, или просто, опять-таки, нет политической воли. И, конечно же, и мэра, и этот состав горсовета, который достаточно серьезно грабит город, кроме всего прочего, кроме нарушения прав, там, свободы слова, хамства по отношению к гражданам, к журналистам. Конечно же, этот состав должен быть сменен.
И чем быстрее, тем лучше это будет для будущего города, и тем это будет, возможно, перспективнее для жителей. А в каком формате это должно происходить? То есть городской совет должен сам признать себя нелегитимным, его должен кто-то распустить, и ваши прогнозы, когда нужно делать выборы, потому что, ну, честно, украинцы, пожалуй, наверное, устали от многочисленных выборов, потому что у нас выборы происходят едва ли уже не каждый год, это какая-то такая старая добрая традиция получается. И где гарантии, что следующий городской совет не распустят так же? Распустят, и хорошо. Выборов бояться не нужно. Дело в том, что у нас политика вся, она монетизирована, именно в этом проблема. И когда идут, скажем так, нечистоплотные политики, дельцы, не знаю, идут на выборы, они относятся к этому как к бизнесу. Естественно, применяются разные инструменты, как административные, так и деньги. Причем пока до сих пор не ограничен никто в применении инструмента финансового. То есть сегодня деньги, богатый человек любой, на те же наворованные деньги ранее, да, системный человек опять идет на выборы, опять покупает комиссии, опять покупает избирателей, раздает гречку. Вот, то есть к этому относится как к бизнесу. Вот, а если смотреть на это с точки зрения, что выборы могут произойти в любой момент, и народ в состоянии, граждане в состоянии нечистоплотного представителя власти выгнать, посадить в тюрьму в конце-то концов. Потому что мы, граждане Украины, это и есть закон. Государство должно служить в первую очередь нашим интересам, а не интересам власть имущих. Вот. Когда это вот в таком формате, как я говорю, будет происходить чаще, мы тогда придем к относительной, я бы сказал, эволюционирующей власти. По-другому не получится. И бояться выборов не стоит, надо к ним стремиться, я бы так сказал. Тогда не будет смысла вкладывать вот эти огромные деньги в эту коррупционную политику. Вот я так считаю. И опять-таки приведу пример соседней Румынии, если... когда-нибудь будет интересное время, можем это отдельно обсудить. Там действительно, это наш сосед, и там очень интересные события за последние 5 лет происходят. И именно благодаря ответственности, которая растет у представителей власти. Я не ошибаюсь, там парламентариев, министров просто в тюрьму закрыли. Совершенно верно, олигарх. Причем десятками. И олигархов, совершенно верно. И за последний буквально там год несколько произошло смены составов кабинета министров, понимаете? 2 как минимум на моей памяти. И это нормально. Если они не выполняют свои обещания, народ должен их выгонять как нечистоплотных, проворовавшихся, не знаю, это уже формат, смотря что им предъявлять. В нашем же случае... Людям, которые утверждают, что если так часто менять власть, такие качели устраивают, то в этих промежутках будут проскакивать какая-то махновщина и так далее. Что вы можете им ответить? Я могу сказать, что эволюция, она, конечно, очень сложный процесс, но мы в ней нуждаемся, понимаете? Нуждаемся критично. Вот в Одессе, на примере Одессы, например, мне это очень хорошо видно. Я думаю, целому ряду людей, которые ответственно относятся к своему избирательному праву, своим гражданским правам. Я думаю, что это людям должно быть заметно. И другого пути у эволюции нет. Понимаете, только через персональную ответственность граждан за то, что у нас происходит. Не так, что вот мы их выбрали, а все равно обманут. Ну, на следующие выборы пойдем. Нас так будут водить за нос бесконечно долго. А я же говорю, важен эволюционный процесс, важна динамика для нас. Если у нас не будет динамики, нами будут манипулировать и водить за нос бесконечно долго. И грабить, безусловно, бесконечно долго. Что же касается Труханова и... горсовета, формата выборов, разные есть варианты. Ну, во-первых, на Труханова и его окружение достаточно много есть уголовных дел, расследований, которые почему-то не расследуются. То есть, если будет политическая воля, это, знаете, как минное поле. И... Ну, вот вы говорите, что власть и закон — это народ, но при этом ждете какую-то политическую волю. А нет, я говорю о формате, то есть я не могу призывать, у нас не написано, как в Конституции США право народа на восстание, да? В Конституции США это написано. Может, можно менять Конституцию? Возможно. Вот. Но есть легитимный путь, то есть мы сейчас говорим с точки буквы закона, то есть для того, чтобы Труханова прекратить полномочия, если все-таки киевская власть примет такое решение, исходя из очень большого количества событий, которые у нас происходят в Одессе, то легитимный путь — это, в принципе, все-таки дать ход определенным уголовным процессам, раскрыть те преступления, которые власть совершает буквально, я не знаю, буквально на постоянной основе. Что же касается решения сессии Одесского горсовета, который сегодня полностью, почти в полном числе, я бы так сказал, абсолютно карманный и участвует во всех этих коррупционных схемах,
и участвуют в том числе в нарушении свободы слова, нарушении конституционных прав граждан. Здесь достаточно отменить буквально несколько решений для того, чтобы был прецедент, и этот совет можно распустить. Опять-таки мы упираемся в то, что решений таких достаточно много, их очень много. Их на самом деле каждую сессию принимается решение, которое, если смотреть с правовой, с юридической точки зрения, они требуют отмены. Требуют отмены по законодательству Украины в правовом поле. И опять-таки это тоже зависит от того, прокуратура должна отменять? Ну, конечно. Прокуратура, затем суд, правильно? Конечно. Должны мы... У нас есть целый ряд процессов, которые запущены, и мы надеемся... Простите, перебью. Уровень прокуратуры зависим? То есть это должна быть какая инстанция? Это может сделать там районная прокуратура, где было принято решение на территории? Нет, у нас точку ставит суд. Либо ГПУ. Смотрите, у нас ставит суд точку. У нас во всем ставит суд. Но кому по силам, как вы считаете, этим заняться? Местным прокуратурам по силам таким заняться? Я думаю, да. Уровень прокурора области, я думаю, что у него такие полномочия есть для того, чтобы начать, по крайней мере, выводить эти процессы на какой-то публичный уровень, получить публичную поддержку тем процессам, которые очевидны, вот общественникам, активистам, журналистам. Да, и, безусловно, можно тогда этот процесс довести до какого-то логического завершения. Но, к сожалению, пока мы не видим такой динамики. Еще раз повторюсь, к сожалению, это все у нас зависит от политической воли в Киеве. То есть есть в Киеве точка зрения, что если менять, то, значит, надо иметь на кого менять. Да, даже если он сегодня уже слишком, скажем так, запачканный, так я скажу вежливо, вот, то они должны иметь понятного им кандидата. Киев, у нас сейчас так устроена, к сожалению, политика. Киев должен понимать, на кого менять и на каких условиях. В завершение нашей первой части эфира нас ждет уже следующий гость. Скажите, ваш прогноз... так, чтобы без беспорядков, пожалуй, потому что беспорядки лишнего здесь тоже, пожалуй, уже не нужны. Это когда может произойти досрочный выбор, если они все-таки произойдут? Я думаю, что самое раннее, возможно, это все-таки осень. Опять-таки, зависит от очень многих... Мы это каждый год слышим, осень. Потому что осень — это, как правило, такой политический сезон, который для выборов подходит как по времени года, так и по ряду, целому ряду других обстоятельств. По многим. Если нет, то тогда, к сожалению, я могу... Не знаю, предположить, что насилие у нас и преступность в нашем городе будут расти. И сложно предположить, куда мы дойдем, до какой крайней точки. Но динамика такая есть. То есть дело в том, что то, что позволяет делать себе власть, практически нагло, беспрецедентно, оно порождает насилие во всех слоях общества, порождает преступность. Если власть себя ведет нагло и чувствует себя безнаказанно, это все видят, это приводит к тому, что это приводит вообще к развитию агрессии и преступности. В обратную сторону теория разбитых окон, как я понимаю. Да. Не то, что место подразумевает мышление, но если можно наверху, почему нам нельзя это делать? Совершенно верно. Я считаю, что это с психологической точки зрения работает, и, может быть, даже если это не видно человеку, который идет на какое-то преступление, психологически его готовит к такой возможности именно действия власти действующей, безнаказанность или бездействие правоохранителей. Возможно, где-то его и в жизни обидела та же власть, либо не нашел помощи, не нашел защиты, конечно, и потом человек... обозлился и подумал. Конечно, человек будет... как у нас? У нас же люди просто размышляют. Они же воруют там миллионами. Как же так? Это же несправедливость. То есть, вот когда тотальная такая несправедливость, показная наглость, хамство по отношению к людям, они приводят, на самом деле, к росту преступности, к таким вот процессам. Ну и, конечно же, бездействие правоохранителей, которые, честно говоря, с моей точки зрения, работают из рук вон плохо и занимаются только в основном какими-то процессами, которые не главные, с моей точки зрения. Я не говорю о тяжких преступлениях, но главным должно оставаться гражданское общество, которое и ед жерелом влады. И в первую очередь конституционные права граждан, которые у нас одесская власть нарушает уже систематически, совершенно даже не оглядываясь на последствия. Спасибо большое за ваше мнение. Наше голосование переходит во второй блок. Спасибо, что вы к нам пришли. Напомню, у нас в гостях был общественный деятель, активист Михаил Кузаконь. Всего доброго, до новых встреч. А мы приглашаем в студию Павла Кириленко.
экс-нардепа и главу Одесского областного всеукраинского объединения «Свобода». Пожалуйста, проходите, садитесь, у нас все в онлайн-режиме происходит. Озвучу вам тему, которую мы начали с Михаилом обсуждать. Мэрия против общественников. Будут ли досрочные выборы? И напомню нашим телезрителям об интерактивном голосовании. Вопрос, нужны ли Одессе досрочные выборы? Ваше мнение – да, иначе проспим город. Второй вариант – нет, подождем следующих. И третий вариант – плевать, все равно все купят. Ваше мнение по поводу голосования. Так як ми бачимо, що взагалі відбувається в Одесі, звичайно, що повинні бути в Одесі перевибори дострокові, розпуск Одеської міської ради, відсторонення Геннадія Труханова від управління Одесою. І я більше скажу, це потрібно було робити ще в 15-му році, коли було очевидно для всіх, що вибори були сфальсифіковані. До речі, сьогодні, якщо говорити, що може стати причиною перевиборів і розпуску Одеської міської ради, то треба просто підняти ті позови до судів, які подавалися до адміністративного суду різними політичними силами, різними кандидатами в мери Одеси, в тому числі і були мої позови. Там дуже чітко розписані всі порушення. Я можу сказати, що в Одесі тотально були сфальсифіковані вибори. Хоча б маленький приклад приведу, що на кожній дільниці були фальшиві бюлетені. Тому що на кожній дільниці наші спостерігачі, члени комісії і так далі фіксували бюлетені з помилками. А це означає, що вони всі були фальшиві, а справжні, які надруковані були в редакції, там, в видавництві, вони десь лежали і, очевидно, вже були заповнені. Тобто, якщо сьогодні це все підняти, то можна легко довести, що вибори були сфальсифіковані і треба призначити. По результатам Геннадий Леонидович Труханов набрал более 50%, если я не ошибаюсь, 58%. Как вы считаете, сколько из этих процентов, по вашему мнению, дорисованы были? Я вважаю, не менше 10%, не менше, а очевидно, десь 15%, а може і більше. То есть реально набрал 35%, не более, да, получается? Так. Опять-таки, то, что Михаил озвучивал по поводу мнения в Киеве, и это же мнение разделяют многие одесситы. Не на кого менять. Вот ответьте что-нибудь на это. А це відбувається через монополію, яка в Одесі тримається от певними тими групами, кланами, які захопили владу в місті і вже десятки років просто паразитують на тлі одеситів. Розумієте, ситуація така, що засоби масової інформації в основному зосереджені в руках кількох от цих от олігархічних кланів Одеси. Їх нібито багато. Але насправді господарі одні. І от вони тримають монополію на відомі фігури, вони розкручують імідж таким особам, як той же Геннадій Труханов або подібним, так, там, представникам або якихось кримінальних структур 90-х, або якихось відомих там вже депутатів-політиків, або бізнесменів. А насправді Одесі потрібні громадські діячі, Одесі потрібні чисті люди, які би сьогодні могли, які в себе за спиною в минулому не мають чорних плям, не мають кримінального минулого, так? Не мають корупційних складових, і які сьогодні можуть пропонувати чисті, свіжі ідеї, які можуть пропонувати виходи із ситуації, як, власне... Так, а ти ж прямо зі школьної парти, що ли, людей брати? У нас просто терніст дуже сильно путь. А в тому-то і справа, що людей достатньо. Достатньо експертів, достатньо людей політично грамотних, достатньо людей з господарською, які можуть бути добрими господарниками, управлінців. Ну, знову ж таки, хто про них знає? Де їх побачити? А їх просто складно побачити, тому що про таких людей нам не розповідають. Ну, можливо, ваш канал в цьому вже певні має наробки, так, тому що ви працюєте зі всіма, ви намагаєтесь об'єктивно демонструвати ситуацію, яка є в місті. А, на жаль, про інші канали так можна не завжди сказати. Ну, і от результат. Тобто є дуже багато людей, це розумієте, це от нав'язується стереотип. А на кого ж міняти? А хто ж краще? Так, тобто зводиться мета цієї думки до того, що ну всі погані. То давайте обирати між поганими і ще поганими. Ну от серед поганих там певної кількості є один більш-менш, який прийнятний. От давайте його і виберемо. Так і сталося з Геннадієм Трухановим. А насправді треба повністю поміняти цю ситуацію, подивитися на 180 градусів
під кутом іншим, так, і подивитися, що насправді та на вулиці і в різних структурах в Одесі дуже багато достойних людей, які могли би принести в Одесу дійсно прогрес, спокій і розвиток. Ну, в принципе, уровень доверия к СМИ у нас в стране он низок, поэтому говорить о том, что конкретно телевидение может вот настолько формировать, по-моему, это уже несколько устаревшая данная. У нас есть интернет, у нас есть социальные сети, где, так, в принципе, звучай, при определенных технологиях это можно с минимальными затратами делать. Где же тогда все эти лидеры мнения? Как вы считаете, среди тех фигур, которые сейчас присутствуют, допустим, в одесской блогосфере, в одесском Фейсбуке, есть люди, которые могли бы потягаться? Звичайно, але цим людям потрібен стимул. Вони самі повинні в першу чергу повірити в себе, вони повинні відчути, що оце замкнуте коло, коли оця нав'язаний цей стереотип. Він же, до речі, нав'язується не лише через телебачення, так, а і через інтернет-ресурси, і в тому числі олігархічні структури, вони ж і контролюють благосферу, ну, блоги відомих журналістів, так, багато хто знаходиться на зарплатах. І так само нав'язуються ті самі думки, що всі погані, тому давайте вибирати кращого серед поганих, так? Теж поганого, але він буде трішки чимось краще. Тобто потрібно, щоб люди відчули, що є певна воля, є колектив людей, є певна згуртованість серед громадськості, да, яка прагне змін. І тоді одразу з'являться особистості, з'являться лідери думок і люди, які будуть пропонувати конкретні виходи з ситуації. Как вы считаете, какой процент населения Одессы уже можно назвать гражданским обществом? Ведь действительно во многом правдивы тезисы ваших оппонентов о том, что все равно власть выходит из народа, значит и народ такой. И достаточно ли этого количества для того, чтобы что-то уже изменилось? Вот сколько сейчас людей, в принципе, осознанных, которые разделяют вашу точку зрения по поводу вот, свободы народовласти? Я вважаю абсолютно неважливо, чтобы это был великий відсоток людей. Потрібно невелика кількість людей, які вірять в одну ідею, які бачать світло в кінці тунеля, так, які впевнені в тому, що вони роблять, і бачать мету дійсно. І от коли такі люди будуть згуртовані, коли вони будуть чітко пропонувати якісь тези, якісь програми, і будуть дуже рішуче йти вперед, то все інше суспільство, воно просто прийме цю точку зору і піде далі, піде за нами. Ми бачили, як все мінялося в 2014 році, коли був Майдан. Теж здавалося замкнуте коло, нічого не зміниться, злочинний режим, але буквально за кілька там тижнів, за місяць, ситуація в країні змінилася, так? Люди масово почали виходити на вулиці, люди масово почали боротися, а все через що? Через те, що люди повірили в свої власні сили, повірили в те, що вони здатні в цій країні самі керувати. І оце дало поштовх, це привело к результату певному, так, зміни влади. Як тоді це об'яснити, що вийти на Майдан масово, щоб знімати атамана і ставити нового атамана, це люди способні, але вийти і відстояти мінімальні свої права, не знаю, против соседа алкаша буквально-таки, против какого-то участкового полицмейстера, или как сейчас полицейского называть, против шерифа местного, который как нарушает права, либо не выполняет обязанности, против ЖЭКа того же самого. То есть в своем дворе люди не могут навести порядок, боятся чего-то, но при этом, когда видят, что уже есть конкретная толпа, то можно в толпу вклиниться и свою агрессию выместить. Откуда, куда этот задор делся Майдану? Где все эти люди, которые в 2013-2014 году змогли перевернути власть в стране, по суті? Ну, по-перше, я нагадаю, що якраз Майдан почався, ну, передумови Майдану почалися з того, що люди почали от в конкретних своїх... Врадіївка, знаменита Врадіївка. Так, конкретно, в конкретних місцях захищати... захищати свої безпосередні права. От на побутовому рівні. І в тому числі в Одесі можемо згадати, що в 2012 році одесити фактично штурмували, на жаль, так склалося, що одеська мерія довела, що одесити були прості люди, змушені штурмувати засідання сесії. До речі, після того вже почали постійно пропускати громадських діячів і журналістів на засідання, бо боялися повторного штурму. Ми бачимо, що сьогодні Труханов настільки знахабнів, що починає так, починає повертати от ті часи, коли при Костусєві не допускали людей, журналістів, громадських діячів на засідання сесії.
Куди ділося далі? Ну, це теж абсолютно закономірна річ, тому що після таких звершень, так, коли люди, коли відбуваються такі зміни, і потім наступає розчарування, коли люди відчувають, що їх обманули, що насправді ті, хто скористалися цими всіми цією перемогою, так, насправді, ну, не роблять те, що обіцяли, не відповідають тим ідеям, заради яких люди виходили і заради чого люди, власне, навіть жертвували своїм життям і проливали кров. Звичайно, наступає розчарування. Знову ж таки, технологічно ми знаємо, чому тим, хто сьогодні при владі, вдалося це все здійснити. Саме тому, що почалася агресія з боку нашого північного сусіда, так, саме тому, що була абсолютно технологічно правильно і вміло закинута теза про необхідність вибрати президента в першому турі. Людям була нав'язана думка, що переможе тільки один кандидат, бо тільки він має шанси. Ну і в результаті ми маємо такий результат. В цілому не можна в цьому, знову ж таки, звинувачувати суспільство. Напевно, певний прошарок лідерів думок десь теж на якийсь момент втратив орієнтири, розгубився і перестав вести за собою людей і суспільство. Варіант перекупили. Звичайно, частина. Взять лідеров, дати хорошу жирну життя лідерам, а потім уже лідери, як би і не лідери, виходить. Зачем? Тут питання, чи то були лідери. Я вважаю, що лідери були, але лідери і потім не опинилися в Верховній Раді, лідери не опинилися там десь в якихось таких на посадах серйозних. А вони так само пішли, повернулися до свого буденного життя, звідки вони прийшли, туди на Майдан, скажімо, або здійснювати, реалізовувати революцію. А ті, хто, власне, про кого ви кажете, перекупили, це просто були вже розкручені маріонеткові особи, яких свідомо вже готували заздалегідь для того, що вони там будуть певними лідерами громадської думки. Але це дуті лідери. І, як ми бачимо, толку з них мало. Але все ж таки приходить час переосмислення. Так теж повинно бути. Має пройти трохи часу, там рік-два, коли лідери громадської думки, взагалі суспільство, перехворіє, переоцінить певні ситуації. І знову сформує для себе бачення подальших дій, побачить шлях і програму і почне пропонувати суспільству нові шляхи виходу з ситуації. Ви сказали, що в принципі більшинства, активного більшинства і не треба, щоб робити зміни в країні. Тобто активне меншинство, пасивне більшинство. Так може бути тоді такий народ заслужує на таку життя, якщо більшинство хоче жити так? Ведь у нас же народна власть, як ви вважаєте? Либо як об'яснити цим людям? От люди хочуть тишини, говорять, щоб не було хуже. Це не тільки... Ой, а зараз буде ще хуже. Це не тільки в нас. Це абсолютно нормальна людська психологія, яка характерна для всіх народів світу, і в тому числі Європи. Завжди якісь звершення, зміни системи завжди робила меншість. Але меншість впевнена в собі. Коли суспільство бачить, що є згуртованість, є люди, які бачать кінцеву мету, вони потім приєднуються. Ми задавали питання в кінці нашої зустрічі з Михайлом. Зададимо його вам, раз у нас спільна тема з'явилася в даному випадку. Як ви вважаєте, ваш прогноз, будуть ли в Одесі досрочні вибори, якщо да, то коли? Це залежить дійсно від волі громади. Це залежить від того, наскільки швидко одужає наше суспільство, ну, зокрема в Одесі, наскільки лідери думок, так, і активні от громадяни, яких мало, але наскільки швидко вони все ж таки зможуть між собою домовитись, об'єднатись, висунути конкретні претензії, сформувати навколо себе ще більше коло однодумців і вимагати наведення законності в нашому місті. От оптимістичний прогноз Михайла був, возможно, уже цієї осені. По суті, до осені півтора місяця залишилось. Як думаєте, цієї осені возможно? Цієї осені може бути дуже багато ще змін, до речі, в Україні в цілому. І це ніяк не у мене Одесу. Звичайно, я можу прогнозувати, що можуть бути перевибори і до Верховної Ради, і, можливо, навіть перевибори президента України. Але навіть якщо цього не буде, то перевибори Одеської міської ради і Одеського міського голови мають бути неодмінно.
Это ваше мнение. Спасибо большое. Давайте узнаем мнение телезрителей, которые до нас дозвонили. Задавал я вам такой вопрос. Нужны ли Одессе досрочные выборы? Первый вариант ответа – да, иначе проспим город, набирает 38%. Второй вариант – нет, подождем следующих, набирает 3%. И третий вариант – плевать, все равно все купят, набирает 59%. Как вы и говорили, люди считают, люди уже не верят, люди уже не хотят в это верить. По сути, возможно, это и была задача, и по сути результат, значит, постепенно и достигается. Чтобы люди разуверились в своей силе, в своих возможностях, но тем не менее 38% есть. То есть цей результат 38%, вот, допустим, если взять в абсолюте, если это 38% одесситов, этого достаточно? Це абсолютно оптимистичні дані, це навіть більше, ніж потрібно. Спасибо большое за ваше мнение. Напомню, у нас в гостях был Павел Кириленко, бывший народный депутат Украины, а также глава Одесской областной всеукраинской, всеукраинского объединения «Свобода». Спасибо большое, что нашли для нас время. Меня зовут Игорь Хмурый, это был ваш 7-й канал. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Скоро увидимся.